Внедорожный марафон «Ладога Трофи» стартовал в центре Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади. Это самый крупный оффроуд-фестиваль в России и в мире. За свою историю, длиной в 23 года, «Ладога» эволюционировала из сугубо спортивного мероприятия во всемирно известный фестиваль активного отдыха для всей семьи. Так, «Ладога Трофи» стала еще и местом, где рождаются новые семьи. Года три назад начали кататься вместе в «Трофи» и пришли, в итоге пришли к такому событию. То есть всегда это нам нравилось? Сначала родился экипаж, а теперь рождается семья. Более 1000 участников из 12 стран мира посоревнуются в разных классах. Маршруты проложены вокруг Ладожского озера по просторам Ленинградской области и Карелии. В нынешнем марафоне участие принимают как профессиональные спортсмены на специально подготовленных автомобилях-прототипах, так и автотуристы на обычных внедорожниках. Отдельные зачеты предусмотрены для квадроциклов и мотоциклов любого уровня подготовки. Впервые в этом году в Ладоге стартуют и бегуны в категории «Ладога Трофи Трейл». Среди участников есть ветераны. Мне сейчас 82 год, и я и сейчас в спорте, потому что я каждый день делаю зарядку 1,5 часа. Поэтому есть простая философская формула: движение – это жизнь. Поэтому тогда, когда мы жалуемся, болезни и так далее, от всех болезней – это движение, движение, еще раз движение. Каждый участник сам выберет, как провести 8 дней. Спортсмены-экстремалы профессионально поборются за звание лидера и регалии. Автотуристов ждет интересный квест, а любители природы побывают в одном из самых живописных регионов России.